Что я ем после резекции желудка? На завтрак у меня был блинчик с протеиновой начинкой. Обед – мини-суши, которые я сделала сама из лосося и творожного сыра. Перекус – 2 сладких перца. И на ужин у меня был слабосоленый лосось. Пиши, как тебе мое меню, ставь лайк и подписывайся. Всем пока!